Строительство, новые объекты – это, конечно, хорошо, но для их нормального функционирования за оборудованием, которое закупают физкультурно-оздоровительные комплексы, образовательные и медицинские учреждения, нужно следить и регулярно обслуживать. Об этом на заседании регионального правительства заявил губернатор Сергей Носов. Кто обслуживает, они будут работать до поры до времени. И мы, у нас есть примеры, вот как Наталы, там, 2 года назад купили дизель-генераторы на этих. Те или не те сам покупал муниципалитет. Вдрызг убили все. Вдрызг. А никто даже не занимался обслуживанием элементарно. Красавец там кванторит. Мне говорят, не работает система вентиляции. Или там сломалась какая-то система вентиляции. Плохо сделали. Конечно, плохо сделали. Очень плохо сделали. Значит, ну если год с лишним, значит, не проводить технического обслуживания, значит, конечно, ну нет, я могу вас только заверить, нет такого оборудования, которое было, работало вечно без технического обслуживания. Нет такого оборудования, в мире нету. Но есть определенные объяснения. Говорит, нет специалистов. В Магадане нет таких специалистов, которые это могли обслуживать. Наверное, вот первый говорит, да нет таких специалистов, мы тут поискали, не нашли. Поэтому я обращаю внимание, уважаемые товарищи министры, обслуживание наших учреждений, я сейчас говорю про региональные, будет централизовано. Достаточно 1-2 специалистов, чтобы обслужить все то, по каждому направлению, там, вентиляция, электричество, сантехника и так далее, чтобы обслужить все, что имеется здесь на территории. Во всяком случае, Магадана.